На, сюспагенезиса, друзья. Чирок сюспагенезис, это небес фрагмент. Кирпит Пелагия! Ну, Кентуха разозлился. Вы что-то рассердили паренька. Ну почему мне такие нубы в команде? За что? Здорово всем, братва! И это вторая часть вашей любимой рубрики, там где я стал нищим. Потому что я буду покупать скины, из которых меня замочат. А если меня будут мочить из дорогих скинов, я буду покупать небес фрагменты. Пожелайте мне удачи. Ютуберы, поздоровайтесь. Всем добре, чуваки. Здорово! Ну что же, ребятки, а вот он я, Кента ПК. Пожелайте мне удачи. И знаете что? У нас всего лишь 4 человека, мама дорогая. Где наш 5-й тиммейт? Ну а против нас, ребята, 3 ютубера. Обоин и Рокстери. Все по-старому. Друзья, я предлагаю по полной его разорить. Да просто до ниточки последней. Олимбус, пацаны. Продолжаем в том же духе. Спасибо, Обоин. Ух, ладно, ребят, поехали. Просто у меня уже денег нет больше на небес фрагменты, поэтому давайте максимально аккуратненько на тоненьком сыграем. Так, кто с ним больше играет? Он любит Б или А? Он любит, когда он разорается. Да. Все, ребят, идемте на поинт Б. И сейчас мы поставим пачку, и вы... Ну кто тут воздух-то испортил? А ты, Андрюша, колотите в уши. Давайте, ребята, погнали. Ребята, работают киберспортсмены. Ой, блин, кому-то из наших шляпку дали. А-а-а! Ты что тут делаешь? Он на базе сидеть любит. Я вот всю спагенезиса, не кента, блин. А что они уже на Б... Как они зашли на Б? Это как произошло? А, понял. Что? Ребятки, на Б идем? А, они, видимо, через туннель. Понял, прошли. Стоп, подожди, никого нет? Можно ставить пачку? То есть вот так вот прям... Ой-ой, как пачку ставить? Что, можно ставить пачку? Xerox USP Genesis, это небес фрагмент! На, сюспагенезиса, друзья! О, хорош! Реально? Хорош! Да. Реально, с генезиса? Я что-то подумал на другой юз сначала. Хорош! Да, пускай там в шоке сидит. Идемте покупать небес фрагмент. Я нищий. А вы знаете, кто нищий, у кого нету денег? Это я! Опять небес фрагмент. Как же не люблю эту рубрику. Ставлю запросик на покупочку. И, ребята, просто ждем. Just waiting. 2000 years later. Спустя миллион часов, ребята, я продал мою почку, но я все-таки купил этот небес фрагмент. Надеюсь, дальше будет проще. Погнали в катку. Ладно, ребята, уже все, уже шуточки закончились. Начинаем жестко потеть. Поехали. Так, я смотрю, наша команда разделилась, половина на А, половина на Б. Не, ну для первого раунда, по-моему, неплохо, по-моему, очень нормально. Что, пацаны, можно теперь второй раунд облегчить ему? О, Обован, Данек, ты верни этот скин. Оценочку. Ну-ка, оценочку. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, брат, это тебе твой скин, играй с ним. О, найс. Обмен скинами против Кентухи. Так, пацаны, вот сейчас надо аккуратно, потому что уже как бы не смешно. Да! Минус Обовин, найсик. На миду был. Они все мид. Я под Кентуху прям хаешку закинул. Кто тупает рядом со мной? Кто это? Ерокс! М4-1 по блгам! Кент живой? Но... А, все, забрали кента. Нас нифига, что это такое? Это эйс, дорогие друзья. Реально эйс! Сэмочки обована, друзья. Найс. Да ты уже надоел, мужик, отстань от меня, нищий. Идемте покупать. М4-1 Bubblegum купил. Ах, как же я люблю тратить мою голдишку. Ой-ой-ой-ой, ребята, это просто полнейший фиаско. Так, ну что, берем АКРчик и полетели. Пацаны, у меня почти счет 0-0-1. А, да, что, у меня 3 однерки, чекайте. Чего? Это знак, блин. 52 еще пей. Это знак. О, реально, что за фигня началась? Чего? Здорово, что ты на меня смотришь, Шрек, отстань! У меня очень плохое настроение, потому что мы с львами гагли мои нубы. Ладно, ребят, мне надо собраться, я сейчас буду тащить соло. Отвечаю вам. Куда? Да как? Как, блин, они так хаешки кидают? Тут это есть. Нет! Мама дорогая! На керампит, Пелагия! Я всех за... Сколько там ножей? Сколько ножей? У меня вот такой керамбит из обнова. А ну-ка, оцените срочно. А, фигу, а, кстати, красивый. С паттерном еще, кстати. Меня забрали на ножках, нуба! О, нет! О, великий рандом, жалься надо мной, я нищий!
Ой, блин, 2280, мне осталось 400 голдишки, я тупо ноль. Обалдеть. Что, ребята, мне больше сливаться нельзя. О, нет, ребята, ну это просто что-то ненормально. Почему я такой нуб? Я тупо нуб. Блин, мне уже это не смешно. 3-0 мы проиграем, думаю, с позором, ребята. Ребят, ну я даю, говорится, слово Пепы. Мы постараемся откомбайщить. Постараемся, не обещаю, но постараемся. А кто опять выиграли? Так надо было. Кентуху надо было на нож взять новый. А, только поэтому? О, обоймы забрали, все, обоймы это у них самый сильный. Остальные нубы. Забрали, забрали. И спина кто-то был. Отвечаю, спина кто-то был. Все, им пулечка, подбираем пачку. Спина! Я говорил, там спина был! Они тупо со всех сторон. О, нет, 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 мужик! Здорово! Братуха, здорово! Ой, спасибо! Все, найс, 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 живем, живем. Я не знаю, иду после всех щелей, как муравьи лезу. Мама дорогая! Минус рекардик. Вот он ползет по-любому, кентуха. Это кентуха? Да, блин, я так и знал, кентуха! Что только кентуха так ползает. Найс! Найс! Ерванчик уже 10-0 сделал, чекайте. Ерокс опять М4-1 по блгам! Ерокс, ты надоел, дай нормально поиграть! Какие-то нубы в команде, ребят, ну это вообще не смешно! Ай-яй-яй-яй-яй, иди сюда, мой рудненький! Не, ну вот это, в принципе, нормально, как раз по бюджету. Так, ну чё, мужики, я беру АВМ, я не знаю, мне ничего не поможет. Мы их тиммейту по одному киллу, по одному, а вот Андрюхе вообще ноль! Андрюха, ты чё там в ФК стоишь? Как это можно играть так, чтобы было 0 киллов? Ты где? А ты где? Я на меду. Я тут за тебя. На нафиг. Пойдем. Ладно, окей, я понял. А блин, вообще ну зум это йод. Походу, ребята, пришел на наш конец. Ребята, влетаем. Да подвинься ты! Да ты иди ты! В спинах кто-то был. Не, нормально. Найсик, найсик, найсик. Хорошо, идем. Я удивлюсь, если по кому-то попал, и будет угар. Не, не попал. А! Не, Ерокс! Опять Ерокс! Проверим авик на ноускопы. Блин. Видимо, не работает. Я ничего не вижу. О, работает. Пишет в чате. А, что? Рик, Рик, я троих ну сколько? Я же говорю рабочая. Я еще, будучи ослепленным, что? Ерокс! Ты тупо нехороший человек, рандомный АВМ! А вдруг-то это будет АВМ спорт? Давайте покупать рандомный АВМ. Рандомный АВМ! Вот сейчас, ребята, просто на тоненько. 3, 2, 1 и... 62 голдишки. Ура, спасибо, что не авик ТХ, потому что я бы не знаю, что я делал. Все, ребята, больше не сливаемся. Я просто не знаю, что мне делать, ребята. Это просто, эта рубрика вышла из-под контроля. У моих тиммейтов 2 килла максимум. Да, ребят, ну как вам сказать. Ладно, все, собрались, я буду камбэчить. Поехали. Вот прям сейчас надо, вот прям надо откамбэчить. У вас тут чел спрашивает, чекайте командный чат. Рик и Ирокс, кто вы? Ирокс! Так, сейчас хаешка залетела, найс. Я просто не понимаю, все флешки, все хаешки, все летит мне прямо в лицо. Давайте сейчас заберем кого-то с меда и погнали на плент А. Надеюсь, мои тиммейты знают, что такое плент А. Оу! Ничего, это было жестко! Нет! Там кто-то был, там кто-то был. Все, погнали, братва, погнали! Я не помню, почему эти мейты бегают по меду. Ребят, на А побежали, на А! Так, ребятки, найс. Возможно, будет камбэк. Братик, давай, пленти. Я тебя прикрою, не переживай, родной. Чекай. Челух в шоке, он твои скины изучает. Чекай, он психанул. Хорошо. Так, не иди ко мне. О, минус рекардик, найс. Пошел камбэк. Пошел, родненький. Ну босики. О, ну босики. Блин, блин. А, я думал, это еще другой плент. Ну, как будто камбэк, да? Ну, как будто тут нереально. А где все? Я не пойму. Остался опять Ерокс. Если меня опять Ерокс заберет, меня уже сгорит на него. Чек, он еще обсматривает каждый скин Ерванчика. А так это его скины, кстати. О, все. Ой, ай, 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 ай. Блин. Все, ребята, изи вин, побежали. Все, ребята, легчайшая! Ура! Ура! Мы забрали первый раунд. Не может быть, начался... Чувак! Вы это видели? Вот это чудак мне попался. Да, ребятки, 5-1, но радует только одно, то, что потихонечку, помаленечку мы приближаемся к камбэку. Ну, кентуха разозлился. Вы что-то рассердили, паренька. Так, ну чекай. Все. Чел, куда уже смотрит? Он на огонек смотрит, чекай. А, ты... С
смотрите, что это за комната? Это, ребят, комната разработчиков. Отвечает, это их секретный просто... Рабочий офис. Просто понимаете, как обычно? Обычно Т пушит какой-то плент, а у нас наоборот. У нас получается, что у нас КТшники пушат. Надеюсь, на плент Б они пойдут, мои тиммейты. А, они пошли на плент А. Это фиаско, братва. Это фиаско, братан. Окей. О, я слеп. Это Эрик, кстати, он кинул. Что? Откуда инфа? Пруфы? Ну, мне показалось. Ну, так давай тоже не ля-ля. А, смотри, чекай, с этого QMP сейчас... А помню, уже маслины все выписывает. Тут кто-то есть. Тут кто-то есть. Здорово, братуха! Ерокс опять! Тут вообще кто-то, кроме Ерокса, играет? Но... А, там остался один! А, чего? Кентуха один. Его с этого QMP. Найс. Хороший ZMP-шка, надеюсь, мощный. Ну, блин, она вообще, ну, она дешевая, но там наклейки дорогие. UMP 45 бист, зашибись. Ничего себе, UMP 45 бист подорожал! Он раньше по 20 голдишки стоил, 140, прикиньте! Фух, ребята, я начинаю потеть, реально. Да, ребят, хорошо поиграли. Классно, повезло мне с командой, ребята, люблю моих тиммейтов! Ребят, вы лучше! Я бы всех расцеловал бы, если видел бы вживую. Как можно так играть, что нас всех выносит, как нубу? Так, нам нужно больше раундов, нужно больше раундов. Кентуха, но он же толком не разоряется, друзья. Так ты что гонишь? Мы его и так разорили, мне кажется. Сейчас мы его должны давайте разорить тем, что мы его парочку просто раундов его сольем, чтобы больше закрыли раундов у нас было. Я не понимаю, зачем они дым кидают? У меня такое ощущение, что мы тиммейты кидают дым просто, чтобы у них ничего лишнего в инвентаре не лежало. Вот я им отвечаю. Давайте на плента дружно завалимся и снесем всем кабины. Умничка, умничка! Где Кентухин? Найсик. О, нет, ну куда такую флешку? Тут кто-то есть. Блин, Кентуха выжидал. Попался, только остался. На! А-а-а! Я меня стридал. Оставьте мне Кента, оставьте мне Кента. А, на нож Кента почти насадил. Я дал минус 3, в итоге остался я и... Ирик? Блин, а... А, вот на басике. А, в смысле смог? Ты остался один в один с Кентом. Ты как свой смог клонировал? Я не знаю, он улетел дальше, хотел за смоком пойти, а он, оказывается, тут застопился. Только не видишь, он тут. Умоляю. О нет. Я вот такие моменты больше всего не люблю. Вот такие вот моменты я больше всего не люблю. Мама! Я отвечаю, он где-то тут сидит. Не? Прошу. О, чё? У тебя твой смог спалил, который не вообще не тебе. А! Он тут был! Нет! Нет! Я клатч взял! Ух, ребята, мы это сделали! Камбэк! Камбэк! Чтоб мне этот... Алло! Блин, в свой малик бежать. Хэдшотик! Не, я говорю, мы с вами тупо, ребята, красавчики! Мы тупо с вами герои! Мы это сделали! Ой-ой-ой, а чё это все лагают, ребят? У вас какие-то проблемы с интернетом, ребят? Интернет лагает! Надо его... Какая идея? Он ничего не купит, если мы так сделаем. А давайте реально с кента. Так он ничего не купит, если... Да он купит спички. Нормально. Ну типа у нас есть три молика, у него как будто не будет шансов. Мы его просто по кругу сокружим. Так, 6-2. Все, нам осталось откомбэчить всего лишь что... Всего лишь на 6 долбных раундов! Ну все, понятно, обоим сразу все маслины прописывает. На, нафиг, в прыжке я еще забрал. Не-не-не, давайте аккуратненько. Нас еще четверо, зашибись. Опа! Хаешка получай. Жестко-жестко. А! Угу. Это Бовин. Найс. Забрали. Полкин-то пока. Забрал жестко. О, все, всех забрал. Ты что делаешь? Так я тащу по жести. М110, идемте покупать. Так, ребята, ну вроде бы все. Я надеюсь, все закончится максимально лайтово. Пусть я проиграю, но больше покупать ничего не хочу, я нищий. Так, ну что, мужики, давайте, поехали. 7-2. Смогу ли я откомбачить с такого счета? Как вы думаете? Ребята, если честно, я думаю, мне полная габела. Ну, мы попробуем. Нас еще четверо. Ребята, уже скоро игра закончится, давайте продлим ее. Давай, давай. Кентухи на чего специально бегают сливаются, я не знаю, чего. Как Кентухи помочь? Тачка пиксель. Ай-яй-яй. Ну блин, против меня играют какие-то полные нубы. Хорошо, камбэчим. Блин, нифига. Андрей ультанул, кстати, первый килл сделал на мне, офигеть. Андрюха хорош, я его тренировал просто сегодня. Воу, ничего себе.
Умнички, умнички, ребята. Так, 4-4. Шансы есть, шансы есть. Хорошо. Там чел, тут чел. Забрал. Ох, надеюсь, в спинку мне никто не зайдет. Нас трое, их трое. 3 в 3. Мы должны это сделать. Нормально! 3 в 2 играем! Вая. У нас в команде остался А4. А, ничего себе, там да. Чел раздал. Ой, жестко, ой, жестко, ой, жестко. Нормально, красавцы, ребята! Все, давайте. Остался ластовый, кто это у нас? Это Ера. Это Ероксик. Это Ероксик! USP! 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 Нажми, нажми, осмотр, 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 нажми, 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 нажми. Найс, найс! USP! USP! Дергается смешно. Найс, 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 найс! А что у него написано монстр? Подожди, это USP монстр? Мужик, пленти, 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 пока Ерокс не пришел, я не знаю, где он. Ну давай лучше пленти, максимально быстро, брат. Пришел, увидел и заплентил. Все, умничка. Все, мужики, без обид, но я буду прятаться, потому что другого варианта у меня просто-напросто нету. Ух, как же страшно, я уже так много лдишки потратил, этого было. Ч. Да! Я вот как будто почувствовал, что он идет с этого угла. Блин. Откуда инфа? Откуда инфа? Откуда инфа? Откуда информация? Пацаны, я чувствую, надо киберспортивную помидорку идти брать, чтобы тащить эту мысль. Давай, давай, быстро за киберспортивной помидоркой. Ребят, нормально, пошла игра по трубам. Ну почему нас четверо? Ну почему? Ну как играть в это нас? Четверо! Ой, да ой-ой-ой-ой. Нас четверо, и посмотрите, они все без волос. Они все лысые. Ай, блин. Ладно, поехали. Вот я не знаю, возможно, будет большая глупость, но я хочу сюда пойти. Вот у меня, вот как будто мне кажется, что есть шансы. Ой, я возьму спас. Я в прыжке даю с этой темы. Ну сразу, сразу, сразу. Обоим ставит маслину, сразу уничтожает нашего тиммейта. Ну, это фиаско. Да! Она в прыжке стреляет. О! Наконец-то Кент успокоил этого. О! А, Кент один остался. Это полный трэш. Аккуратно. Я один из четверо. Ха-ха-ха, как я это люблю. Это мое любимое. Найс. Я случайно. Спина кто-то был, не? Тут кто-то был. Отвечай, я слышал. Тихонько. Да! Жестко. Погнали, погнали, по брейну, по брейну. Так, беру еще одну хаешечку. Максимально по брейну бежим, ребята. Давайте на пункт Б поставлю пачку, это будет вообще полная имба. Бежим, 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 бежим. Просто так... Ай, да я не ту кнопку нажал. Как пачку ставить? По ощущениям, как будто он ушел. Осуждаем чат. Осуждаем. Никто не видит чат. Ставлю пачку. Хорошо. И теперь кидай хаешку. Да-да, нет-нет. Все, я гений, и я сейчас просто запрячусь тут в туннеле. Какой же гений. И где он? Нет! Нет! Ой, я... Все, блин, мстим, да. Мстим за такое, мстим полностью. Ну я ему нанес, кстати, 99 урона. Все, пацаны, да, не прощаем Ерочка, больше. Да. Факты? Не прощаем же больше. Да-да-да-да-да-да-да! Я в 3КД играю, это невозможное! Так, все, ребята. Я не знаю, как я это делаю, я просто в шоке. Мои руки трясутся, я до сих пор не верю в то, что это все не сон! Все, ребят, все, ребята, я разозлился. Блин, у меня украли... А, подожди, мне еще есть монстр М40. Ладно, беру М40 монстр. Беру М40 монстр! Я сейчас максимально злой. Ой-ой-ой-ой. Нет! Ой-ой-ой! Подожди, не убивай, мне М40 монстр, да, М40 монстр. Обоин уже всех выносит. Ребят, я извиняюсь, что я максимально ныкаюсь, просто у меня в команде такие нубы. Я один остался. Ха-ха-ха! Зашибись! Найс! Минус рекардик. Оставьте мне его, я вас кушаю. Главное, чтобы он не наш тиммейт. Блин. Кто там еще? Здорово, братик! Нет, да вы эту ерс! Это Nameless фрагмент! О, Абоун! Я выехал, выехал. Его сейчас пусси, его сейчас... Но! Найс! Найс! А, хорошо, это с моего авика! Эйс! А, чё, эйс, нифига, я даже не заметил. Идёте покупать Nameless фрагмент! Ну почему у меня такие нубы в команде, за что?
Связка! Ребят, я должен купить прямо сейчас второй инструмент. У меня он только один. Вот смотрите, это не шутка, не фотошоп, только один. Все, я просто беру и прямо сейчас продаю весь мой инвентарь. Вот так просто беру и продаю вот так. Пока не смогу себе купить второй. Второй инструмент. Монтажер, давай вставим. Это уже тот момент, когда у меня уже будет два инструмента. Все, я погнал дальше продавать. 3 days later. Да, да, да. Я купил 2 немус-фрагмента, но теперь я нищий, продал все мои ножи. Нет! О, смотрите, мне дали рафти-пак за хорошую игру. Могли бы дать бы какой-то фрагменты, бокс хотя бы. Блин, ребята, это просто же это самое разорительное видео в истории разорительных видео. Немус-фрагмент! Братва, что вы творите? Я из-за вас разорился. Кент. Да. Кент, смотри, чекай. Только что упал. О, фрагмент бокс. Ой. Да, мне, ты видел, что мне выпало? Я купил 2 Nameless бокса. Обалдеть. Ну чего? Что же мои... Чего он? Террарка выпал. Жестко. Ну что же, мои уважаемые подписчики. Большое спасибо, что вы меня смотрели. Да, не за что. Спасибо большое моим любимым руинерам, ютуберам. Вы испортили мне жизнь, я нищий. Как говорится, всем спасибо, до следующего разорения. Готовим... Мы с Риком хотели тебя... Дорогих, это Абоун, все. О! У меня вообще нет дорогих скинов, вы гоните. Все, братан, все равно, я нищий, все, всем пока-пока. Пока. Пока.